Аксенова Наталья Николаевна. Родилась и живу в поселке Новгородской Донецкой области. Три года назад ушла на пенсию. Более 40 лет проработала на фенольном заводе. Военные действия, они на всех отложили свой отпечаток. Тяжело, конечно, дочь у меня в Донецке, поехать не могу. И карантин, и вообще ужас какой-то. Сын у меня военный, в Днепропетровской области. Ну, здесь живу одна. Я живу в девятиэтажном доме. И он на возвышенности, и хорошо просматривается горловские поселки, солнечные районы. Видно, как у них там свет горит. Раньше очень было тяжело, стреляли очень часто и от нас, и к нам. Первые годы мы как-то, знаете, боялись, сейчас мы уже привыкли. Я как такового не испытываю, ни агрессии к нему. У каждого свое мировоззрение, каждый считает, как правильно. Ну, вообще, конечно, хотелось, чтобы этот конфликт закончился побыстрее. Благодарна вашей организации, очень благодарна за помощь, которую вы оказываете нашим жителям нашего района и вообще всем, кто пересекает границы и кто здесь живет. Это очень хорошо, потому что от нашего правительства помощи мы не ждем. Только повышение цен на все услуги.